Из Чебоксар в Симферополь за 3,5 часа. Компания «Норд-Авиа» планирует возобновить прямые рейсы из столицы Чувашии в Крым. Начиная с 1 июня, регулярные авиарейсы в столицу Крыма будут выполняться раз в неделю по пятницам на «Боинге 737». Вылет из Чебоксар в Симферополь намечен на 17:50, прилет в Чебоксары на 16:50. О начале продажи билетов будет сообщено дополнительно. В прошлом году авиарейсы Чебоксары-Симферополь входили в список субсидируемых. В этом году ни один рейс из Чебоксар в этот перечень не вошел. Однако не исключено, что в течение года будут носиться коррективы и пассажирам все-таки предоставят субсидии.